Объем заказов для промышленных предприятий Германии в июне неожиданно сократился на 0,4%, причем, как отмечает Министерство экономики, падение наблюдается во второй раз за три месяца. Обвал спроса на немецкие товары на внешних рынках не смогло компенсировать даже внутреннее потребление. Спрос на отечественном рынке вырос на 0,7%, а на зарубежных упал на 1,2%, причем в еврозоне сокращение рекордное на 8,5%. Это говорит о том, что развитие экономики пробуксовывает не только в Германии, лидере региона по размеру ВВП, но и во всем валютном блоке.